Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о проекте NetGamePro и затронем детально сам проект, его функцию и его предназначение. Напомню, что NetGamePro является агрегатором для мобильных игровых платформ, принадлежащий NetGame SA швейцарской компании. В разработке с 2016 года NetGamePro успешно запустила свою альфа-версию и в 2017 году обеспечивала уже более 50 тысяч загрузок без затрат на маркетинг. NetGamePro полностью сфокусирован на быстро растущей индустрии мобильных игр и разработала две основные технические новинки. Во-первых, NetGamePro позволяет игрокам вознаграждаться недавно выпущенной утилитой CryptToken, внутренняя валюта системы, которая называется SGM. И просто играя в самые популярные мобильные игры в мире, SGM будет единственным способом и доступна в использовании платформы NetGamePro и единственным решением методом для всех транзакций с экосистемой NetGamePro. Во-вторых, платформа объединяет фрагментированный сектор независимых крупных издательских игр и платформу игровых платформ с одним столом. На NetGamePro игроки будут не только в состоянии найти все последние игры, но также будет иметь возможность бросить вызов другим играм, которые ранее были однопользовательскими, создавая совершенно новый режим – асинхронный мультиплеер. Это нововведение действительно разрушительно, учитывая, что 78% рынка мобильных игр является одиночным игроком, в то время как большая часть доходов связана с многопользовательскими играми. И издатели NetGamePro получат значительно большой доход, поскольку это новая экосистема, участие игрока в вышеупомянутых технических новинках. Сами издатели также получат улучшенное приобретение пользователей на основе известных маркетинговых кампаний NetGamePro в сочетании с его InFutures Partners. NetGamePro включает таких партнеров, как PFGP, Twigbox, а также более 80 миллионов высокопоставленных последователей, которые находятся по всему миру. И потоки доходов становятся все более неустойчивыми, особенно по основным традиционным платформам, таким как YouTube. NetGamePro идеально подходит, чтобы помочь лучше взаимодействовать и монетизировать целевое сообщество игроков через инновационную бесконечную реферальную программу. Сам токен будет работать на площадке Ethereum, ну, через ERC-20 систему и легко интегрируется с существующей инфраструктурой. NetGamePro будет доступен для использования с первого дня, когда токены выйдут в свет. Максимальный объем поставок токенов будет выпущен в едином блоке Genesis и будет ограничен в количестве 350 миллионов. Наша серия по разбору и обзору проекта NetGamePro подошла к концу. Надеюсь, что это было для вас информативно и полезно. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. Ребят, всем пока!